Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте минуточку вашего времени. Перед началом концерта сегодня коллеги попросили меня открыть удивительную выставку, приуроченную ко Дню Победы. Это выставка художника Пластова. И мне очень хочется сейчас пригласить потомков Пластова, которые передали для организации этой выставки 32 картины. Сегодня вы будете свидетелями не только уникального концерта, но и такой замечательной выставки, которая стала очень созвучна Дню Победы. Я попрошу представителей семьи сказать несколько слов об этой выставке и о ее организации и о художнике. Добрый вечер, дорогие друзья. С трепетом душевным я предоставлял работы Аркадия Александровича для такого поразительного зала, для такого средоточия, места средоточия русского духа, русской культуры, культуры других стран. Вы знаете, и вроде бы получилось. Вот многие люди смотрят и говорят, да, хорошо. Может быть потому, что если вспомнить Аркадий Александрович, автор этих всех произведений, он же был, сначала учился в духовной училище, а потом в семинарии. Это был семинарист, понимаете, изначально. И я помню, когда он писал работы, он всегда что-то такое подпевал себе из духовной музыки. Может быть, поэтому эти работы так созвучны музыкальным звуком этого здания. Я очень благодарен Александру Сергеевичу за возможность здесь выставиться, Ольге Юрьевне за то, что она сказала теплые слова и пришла на открытие, и вам всем, которые, наверное, с добрым сердцем рассмотрят эти произведения в контракте сейчас. Спасибо вам большое. Ольга Юрьевна, действительно создана, как мне хочется надеяться, новая традиция в Московской консерватории вот в этих замечательных интерьерах дать возможность соприкоснуться музыке и живописи. И вот эта выставка, это, конечно, выставка такого уровня, который мы могли встретить только в Третьяковской галерее, в Русском музее, то есть там, где наша классика, уже классика 20 века, представлена лучшими именами. Мне очень приятно, что это именно устойчивая традиция, опирающаяся на наши договоры со Строгановской, Суриковской академией. И вот наряду с такими мастерами здесь постоянно представляет свое творчество молодежь. Вот поэтому и дипломные работы студентов, выпускников этих замечательных учебных заведений, и самые ранние работы, они всегда бывают очень тепло восприняты публикой, приходящей на концерт. Я думаю, что у вас будет время и в антракте, может быть, после концерта, убедиться в том, какая это замечательная живопись. Ну и, конечно, с Днем Победы, с великим праздником, который сегодня нас собрал. Коллеги, теперь в зал, потому что мы ждем самого замечательного момента завершения пасхального фестиваля, праздничного концерта, посвященного Дню Победы.